ЦРБ Кандалакши изменился статус. 28 декабря состоялось официальное подписание документов на присоединение к нашему лечебному учреждению филиала Терской районной больницы. Какие обязательства накладывают в связи с этим на наших врачей и какие итоги уходящего года подвел главврач Владимир Петров, смотрите в нашем следующем сюжете. Уходящий 2012 год был достаточно непростым для Кандалакшской больницы. Новый главврач сменил своего предшественника на посту 2 апреля. И по словам Владимира Петрова, за эти 9 месяцев удалось сделать много. Тем более, что коллектив больницы сложившийся, высокопрофессиональный, который во всем помогал своему новому главному. В отчетном году у нас реализовалась программа модернизации здравоохранения Мурманской области. К величайшему сожалению, не закончены ремонты. Вины нашей здесь нет, поскольку вина подрядчика. Подрядчик не рассчитал свои силы. У нас слип под ремонт 6 наших подразделений, плюс еще 2 дополнительных подразделения по сэкономленным средствам. Главврач все же не теряет надежды, что в первом квартале 2013 года все ремонты будут завершены. В рамках программы модернизации больница также получала и современное медицинское оборудование. Установили томограф, аппарат УЗИ экспертного класса, оборудование для восстановительного лечения. Ближе к концу года поступили 2 передвижных ФАПа. Также хочу сказать нашим уважаемым жителям, что с буквально сегодняшнего числа, с 28 декабря текущего года, мы изменили свой статус. Мы остались с прежним названием — Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения Кандалакшская центральная районная больница. Но у нас теперь есть филиал Терская центральная районная больница. На нас это накладывает дополнительные обязанности. Мы будем оказывать медицинскую помощь жителям Терского муниципального района. Они теперь для нас такие же родные, как и жители Кандалакшского района. Вот, я думаю, это будет на благо жителям наших двух районов. Планы у руководства больницы очень серьезные. Совсем справимся, заверяет Владимир Петров. Для достижения поставленных целей больница продолжит тесное сотрудничество с Министерством здравоохранения области и с обеими ветвями власти Кандалакши.